Я слышала, императрица собирается подписать мирный договор в шаге от мира, о котором ты так мечтал. Мы не можем прекратить войну сейчас. Нам нужно продвинуться еще севернее, чтобы завладеть великим экзаменом. Только когда мы получим это оружие, враги не посмеют больше напасть. Лускиния. Нет. Экзайлы в небе, угроза от других стран. И без этого военного корабля мир никогда не познает спокойствия. Люди жестоки и кровожадны. Лишь военная угроза сможет их обуздать. Но я не стану противиться желанию императрицы. Хотя не верю, что этот мир будет долг. Я объявляю о том, что сегодня будут подписаны мирные договоры с Грацией, Тураном и Анатолием. Кровь наших солдат была пролита не зря, и... Тиран! Ты поплатишься за все эти смерти! Лилиана! Стража, схвати стрелка! Лилиана, зачем? Защищать страну. Значит, приносить себе в жертву. Я была не права. Мир все еще в опасности. Да будет спасая. И защити императрицу. Как глава вооруженных сил Федерации Адас... Я отменяю подписание мирного договора.